В доме юношества Шанырак проживают бывшие воспитанники детских домов. У многих из них здесь рождаются дети. Жилье от государства получают единицы. Остальные ожидают квартир. Женщины рассказали партийцам о своих жизненных проблемах. В завершение встречи их дети получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями. Акжал, большое спасибо. Не первый раз они нам помогают. Не только с констоварами и с разными там, с продуктами, с вещами. Нуждаемся в помощи. Это замена сантехники. Вот, это вот самое главное, первый вопрос у нас стоит. А в данный момент пока все нормально, большое спасибо всем. Директор дома юношества Шанырак отметил, что жилье – одна из главных проблем для воспитанников. Здание было построено еще в прошлом веке и давно нуждается в реконструкции. Представители ДПК «Акжол» на постоянной связи. Сегодня нас пригласили председатель партии «Акжол» Серик Роланович. Он постоянно... Детей в любом празднике одевает, в любом празднике приходит, поздравляет дом Шанырак. Вот сегодня они поздравили, раздали рюкзаки. Ну, это не разовый. Партия «Акжол» всегда помогает. Представители партии «Акжол» заявили, что помощь многодетным и малоимущим оказывается на постоянной основе. Партия проводит такие мероприятия, это не единовременная акция. И... К нам обращается очень много предпринимателей, которые столкнулись с различными родами проблемами в период пандемии. Мы также рассматриваем эти вопросы, и наша общественная приемная работает на постоянной основе, наши двери открыты. Любой предприниматель или человек, у которого возникли сложности, может прийти, обратиться со своим вопросом и получить надлежащую помощь. И в завершение встречи фото на память. И главный подарок – это улыбки на лицах детей. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.